Фонд прямых инвестиций Узбекистана и южнокорейская компания Kobia Group заключили меморандум о сотрудничестве для реализации совместных инвестиционных проектов в нашей стране. Ведь сегодня внедрение блокчейна в госуправление, крипторынок и майнинг – важные составляющие развития цифровой экономики. Фонд прямых инвестиций заинтересован в том, чтобы привлекать в Узбекистан перспективные технологии, в том числе на IT-рынке. И, как вы знаете, сейчас очень активно продвигаются криптобиржи, криптоактивы. Конечно, мы хотим это все тоже изучить. И если это имеет перспективы и пользу для Узбекистана, то внедрить для развития наших предпринимателей. В связи с этим мы начали изучение этого проекта совместно с АО Kobia Group, как это может внедриться, токены, другие криптоактивы в Узбекистане. Надеюсь, что это даст нам очень много хороших перспектив для развития предпринимательства в Узбекистане. Узбекистан just allows to local citizens to buy and trade crypto. Узбекистан только разрешил своим гражданам покупать и продавать криптовалюту. Также правительство разрешает всем компаниям на территории Узбекистана выпускать токены. И так во всем мире многие компании, небольшие, крупные или глобальные, выпускают токены для сбора средств. Я думаю, что это очень хороший способ пополнить глобальный фонд посредством токенов, а не только через фондовый рынок. Ведь так вы можете напрямую получать финансирование от потребителей со всего мира все 24 часа. Я надеюсь, что, во-первых, узбекские компании будут расти и развиваться на этом пути, а мы вместе с фондом прямых инвестиций сделаем все возможное, чтобы поддержать их. Для справки, Kobia Group позиционирует себя технологической компанией, ориентированной на разработку различных решений в сфере цифровой экономики, в том числе по технологии блокчейн.